Доброго времени, дорогие любители домашних экзотических растений! Долгожданное наступление лунного Нового года и растущая ее фаза обратили свое внимание на симпатичного обитателя страны восходящего солнца. В моей маленькой коллекции он появился ровно год назад, при себе имел одно пёрышко и относился к числу ботанических реанимашек. Там и был приобретен после пересадки в свежий грунт. А к середине лета маленький цикас раскрыл две новеньких ладошки. Для хорошего роста цикасу требуется слабокислая и питательная почва, но та, что сейчас в горшке, слишком быстро теряет влагу и, как вы можете видеть, закислилась. А значит, к новому весеннему сезону наш саговник получит свежий субстрат и хороший старт. Искусство составления субстрата – залог процветания любых растений, особенно в замкнутом пространстве помещений. Для очаровательного саговника мы используем исключительно природные материалы – мох сфагнум с листовым опадом, сосновая кора различных фракций. У меня она предварительно переработанная и вываренная. Замечательный элемент садового искусства, предотвращающий закисление почвы. Скорлупа кедрового ореха, природный инсектицид и прекрасное дополнение ландшафтного дизайна. Терновая земля, легкая и питательная. Низинный раскисленный торф, богатый микроэлементами сапропель, способный улучшить состав любой почвы. Мелкие фракции кирпичной крошки и крупный речной песок. И, конечно, мелкие фракции березового угля. Цикас революта – медленно растущее растение. В собранном субстрате ему предстоит провести не менее 3 лет. Субстрат легкий, хорошо дренированным, хорошей аэрацией и питательным. А теперь настало время извлечь цикас из транспортировочного горшка. Мягкий пластик податлив и позволит безболезненно достать растюху из старого субстрата. Единственным условием удачного извлечения является предварительная просушка почвы в течение нескольких суток. Хорошенько обожмем горшок со всех сторон и вуаля! Наш цикас на свободе, помогая нам самостоятельно, сбросил старый грунт. Несмотря на молодость и малый размер, клубень здоровый, плотный, имеет равномерную окраску. Корневой успел разрастить весьма хорошую, а это отличная новость. Корни здоровые, мне остается лишь немного отряхнуть песок, изобилие которого наблюдается в старой почве. Более 2/3 от общего объема. Именно это стало причиной слабого развития. Крайне бедная почва и недостаток питания. А мне остается немного подсушить клубень с корнями под ультрафиолетовой лампой. И наше растение готово к пересадке. Задержу внимание на старом горшке. Приобретая новое растение в дом, пересадите его или хотя бы сделайте перевалку. Закись убьет любое растение. 2 часа целебного ультрафиолетовой ванны позволят нам еще раз хорошенечко рассмотреть и подсушить корни. Они здоровы, и у нас нет необходимости производить корневую обрезку. Новый горшок уже более плотный пластик. В нем растение поселится на несколько лет. В пластике проделаны боковые отверстия для дополнительной аэрации. При подобном субстрате мы вполне себе можем обойтись без дренажного керамзита. Объем нового горшка совсем немного более предыдущего, просто имеет другую форму. Так что на дно слоем в 3 см уложим субстрат, выберем подходящее положение растению и произведем досыпку. Из-за обилия солнечного света и влаги растительный мир страны восходящего солнца богат и разнообразен. Для большинства из нас Японию символизирует восхитительная красота цветущей сакуры. Но это не совсем верно, ведь реликтовым представителем и самым распространенным растением является величественный кедр. Вот и наш цикас относится к хвойным растениям, хотя внешне более всего подходит на пальму, благодаря своей раскидистой короне. Цикас революта – коренной уроженец районов острова Кюсю и Рюкю. Так что обилие ингредиентов хвойных пород в нашем субстрате более чем оправдано. Наш цикас – житель средиземноморского субтропического рая. Ох, как же я ему сейчас завидую! Конечно, в идеале цикасу подойдет восточное окно. Он будет рад изобилию солнечного света без попадания полуденных обжигающих лучей. Недостаток света приведет к потере высокодекоративного внешнего вида. Для хорошего развития цикасу необходим яркий свет. При хорошем уходе растение-долгожитель будет развиваться многие годы. Медленный рост цикас компенсирует, периодически производя на свет прекрасный поток новых листьев. Это потрясающее зрелище. Нежные новые ладошки появляются одновременно в виде коронарного рисунка из пуховой розетки. И в первые недели жизни более напоминают разворачивающиеся ваи папоротников. В течение нескольких недель молочные листья станут более жесткими и кожистыми. Когда растение достигнет стадии репродукции,
Полуглянцевые зеленые листья примут сильно изогнутые формы. Производя досыпку грунта, корневую луковку оставим над поверхностью субстрата, не углубляя в почву. Сейчас мы хорошенько прольем почву, наполним горшок до уровня основания корневого шара и дадим стечь избытку влаги. Дальнейший полив производится по мере просыхания почвы на 3 см в глубину, избегая переувлажнения. Для полива используйте чуть теплую воду обратного осмоса, очищенную воду системы Аквафор или ту, что вы используете в повседневной жизни. Ухаживая за саговником, протирайте листья мягкой микрофибровой салфеткой. Цикас будет признательен опрыскиванию теплой водой или любому увлажнению воздуха. В зимнее время года сократите полив и дайте растению перейти в состояние покоя. В качестве домашнего растения цикас неприхотлив и универсален. А мы желаем здоровья вам и вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал Terra Healing и ставьте лайки.